Наша Даша вошла в тот гениальный возраст, когда начала задавать много всяких разных вопросов. А откуда светит солнышко? А чем отличаются мальчики от девочек? А чего делают колбасы? Надо узнать ответ на один из этих вопросов. Для начала в цех доставляют мясо, из которого эту самую колбасу будут делать. Размороженное мясо подлежит обвалке и жиловке, то есть с него отделяют все ненужное – косточки, жилы и прочее лишнее. После обвалки и жиловки подготовленное мясное сырье направляется для производства фарша. В фарш добавляют мускатный орех, черный перец или кардамон и другие пряные вкусности. Дальнейший процесс зависит от сорта колбасы. Очень вкусно и причудливо готовится всем известная вареная колбаса. Она очень нежная и мягкая, поэтому созревший фарш дополнительно измельчается очень быстро вращающимися ножами. При изготовлении фарша для вареных колбас используется снег и лед. Это придает колбасе особую сочность и нежность. В состав варено-копченых колбас добавляют больше специй. Готовый фарш подается на колбасный шприц и происходит наполнение оболочки. Они бывают как искусственные, чаще для вареных колбасок, так и натуральные, для копченых, полукопченых колбас и сосисок. Но, пожалуй, сейчас начинается самое вкусненькое. Вареные колбасы подвергаются термической обработке. Их варят в оболочке при температуре 80 градусов. Варено-копченые колбасы после варки подвергаются копчению в термокамерах. Для копчения используют щепки натурального бука и ольхи. Готовые колбаски и мясные деликатесы упаковываются в специальную упаковку. Воспринимай, Благовещенец, сложный набор слов. Модифицированная газовая среда. Именно такая среда находится в упаковке с готовыми мясными вкусностями. Она заменяет находящийся там воздух и предотвращает развитие и размножение грибков, бактерий и других гадостей. Продукт сохраняет все свои полезные и питательные свойства. И только теперь колбаса, сосиски, сардельки поступают на склад готовой продукции, где хранятся при температуре плюс 4 градуса. Все, как говорится, приятного аппетита. Тем более, что теперь вы будете есть мясо, колбасные продукты с особым наслаждением, поскольку точно знаете, как они приготовлены. Откуда же ты такая умная, Лилась, явно дежурная по рубрике?